Вячеслав Гладков во время встречи с министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым заручился его поддержкой в оказании помощи малому и среднему бизнесу в регионе. И Белгородская область уже приступила к реализации дорожной карты. Главная задача – создание новых рабочих мест. Регион предполагает получить 3 миллиарда на поддержку белгородской промышленности в рамках подписанного соглашения. И вот Департамент экономразвития области сообщила о первых результатах. Одно из предприятий уже получило поддержку. Это белгородская компания «Юникорн». Ей выделен льготный займ в 158 миллионов под 1% на первые 3 года от Федерального фонда развития промышленности. 6 лет назад производство было открыто на месте депрессивной площадки в поселке Разумном. Сейчас там уже монтируют и готовят к запуску новые линии. Дополнительно создадут 25 рабочих мест. 50 миллионов – собственные инвестиции. Но большую часть оборудования закупают на средства льготного займа. На такую господдержку могут рассчитывать предприятия, готовые выпускать уникальные отечественные продукты и обеспечивать импортозамещение. «Юникорн» запустит новые мощности по изготовлению комплектующих для фильтров воды и систем очистки. По данным компании, сейчас 25% таких изделий завозятся из-за рубежа. Как пояснили в региональном департаменте экономразвития, для участия в программах Фонда развития промышленности от предприятий нужно только желание развиваться. Наш план действий направлен на несколько направлений, то есть несколько блоков. Первое – это у нас привлечение денег для развития промышленных парков. Второй блок – это у нас развитие программы «Фарма-2030». Это создание новых производств и модернизация существующих по выпуску лекарственных препаратов как для человека, так и для наших сельскохозяйственных комплексов. Ну и третье направление – это привлечение льготных займов, как бы основной блок, где мы уже начали плотно работать. Чтобы попасть в программу финансирования, нужно подать заявку в федеральное или региональное отделение Фонда развития промышленности. Правильно ее оформить помогут специалисты портала «Мой бизнес».